Вы действительно актер, вы же снимались и... Да. Вот расскажите, вот нравится вам или нет сниматься? Или вот вам все-таки нравится больше находиться, то есть играть голосом, находиться вот в студии? Вы знаете, студии и... там все-таки надо хлопотать лицом, как я говорю. Вот. А за кадром все-таки ты собираешься, да, и ты должен донести мысль именно своей интонации. А это, наверное, самое главное. Вот я задал вам вопрос о так называемых жанрах, да? Да. Концерт – это жанр, да? Угу. Есть концерт ведения на экран, когда ты сидишь и ты разговариваешь Виктор, с камерой, да, да, ты ведешь новости, да, все приятно. А есть еще площадной жанр, как Красная площадь. Здесь нельзя быть индифферентным к тому, что происходит на Красной площади. Угу. Потому что тут все время напряжение. Идут одни, идут другие. Смена темпа ритмов, да, она должна быть. По Красной площади проходят десантники 217-го, та-та-та-та-та-та-та-та-та, понимаете? Угу. И еще все это нужно уложить в 37 секунд. Потому что коробка парадная идет 37, от 30 до 37 секунд. Угу. Это надо знать точно, откуда начинать и где заканчивать ее. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».